Осенняя выставка-ярмарка сельхозпродукции в этом году будет проводиться в Якутске с 22 по 25 сентября на Комсомольской площади. Мероприятие приурочено к 50-летию Всероссийского дня работника сельского хозяйства. В ярмарке примут участие крупные хозяйства, предприятия и агрошколы. В рамках продовольственной ярмарки будут чествовать трудовые династии. Объявят победителей республиканского конкурса по заготовке сена, продемонстрируют современную сельхозтехнику. Также запланирована выставка и аукцион крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных.